Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Песня «Где бы ты ни был» Тэхёна и Юми выйдет 30 декабря. Тема песни – о любви на расстоянии, о том, как скучаю по кому-то, разделенному расстоянием. Тема песни так хорошо подходит Тэхёну и Чонгуку, а точнее ситуации, которая с ним сейчас происходит. Если присмотреться, Уми и Тэхён общаются друг с другом по FaceTime, чтобы изобразить отношения на расстоянии. Тэйкук в последний инстасторис Тэхёна общаются по FaceTime. Строчки из песни «Я позвоню тебе еще, оглядываясь назад, но время летит так, где бы ты ни был». Расстояние не проблема, когда ты влюблен. Тот факт, что песня Тэхёна называется «Где бы ты ни был». И это песня о любви на расстоянии. И выходит она именно в такое время. И Тэхён сам выбрал из всех песен именно эту. А еще они там по видеозвонку разговаривали. Чонгук сказал, пока я с Тэхёном, я буду счастлив, куда бы мы ни пошли. Тэхён отвечает, я буду, где бы ты ни был. Тэхён сказал, как только мы уйдем, мы почувствуем ценность наших моментов, когда вернемся. Чонгук отвечает, я уже многое почувствовал. Тэхён сказал, тебе нужно отпустить что-то, чтобы понять, насколько это мне дорого. Чонгук сказал, я уже знаю, насколько это ценно, я знаю. Сердечки в глазах Чонгука, когда он смотрит на Тэхёна. Девятое место. Это было так по-домашнему со стороны Тэйкук. Они, похоже, были не в курсе, что их снимают. Тэхён играет с ушками Чонгука, дразнит его, раздвигает ноги и подставляет бедро, чтобы Чонгук мог шлепнуть по его бедрам. Восьмое место. Совпадение или нет? Тэйкук персонажи слиплись даже в игре. Они не могут держаться на расстоянии без друг друга. Помните, как Тэхён поделился этим роликом, а на фоне эта песня Амара Аполло. Амар ранее упоминал Чонгука в своем твиттере, процитировав пост о Чонгуке, где он слушает его песню словами «Мне нравится, как он поддерживает геев». Последние посты у Тэхёна в Инстаграме и у Чонгука в ТикТоке. Алмасик назвал альбомы Тэйкук Лэйова и Голден одними из лучших поп-альбомов 2023 года. Чонгук и Голден. Звездный сольный дебют, демонстрирующий опытный вокал и естественное очарование участника BTS. Тэхён и Лэйова. Очаровательный дебютный сольный альбом баритона BTS, построенный на чувственной основе R&B. Пожалуйста, всегда поддерживайте и любите наших дорогих Тэйкук.
Седьмое место. «Мой дом» — любое место на земле, где есть ты. Шестое место. Поведение пары. Глаза Чингука всегда ищут Тэхёна. Тэхён спрашивал о Виде, а Чангук говорил о нем. Чангук такой влюбленный. Тэхён спрашивает: «Что ты думаешь о пейзаже?» Чангук отвечает: «Ты выглядишь так, будто живешь здесь». Только чтобы Тэхён сказал, какой он сильный, Чангук поднял сразу 3 стула. Ревность. Пятое место. Тэхён полюбил первым, но Чангук сильнее. Чангук сказал: «Тэхён такой красивый». Конечно, он самый красивый мужчина из всех, кого я когда-либо видел. Он и на фото выглядит прекрасно. Вау! Иногда я реально восхищаюсь его внешностью. Вау! Как человек может быть настолько красивым? Он реально прекрасный. У меня внутри что-то взрывается, когда я вижу его лицо. Чангук забыл все слова, кроме «вау». Четвертое место. Забота. Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Солдаты, которые записались вместе с Тэхёном и говорят, что стараются относиться к нему нормально, потому что он, кажется, не знает, насколько он знаменит на самом деле и хорошо ладит со всеми. Наша социальная бабочка. У Тэхёна доброе сердце, он не конфликтный человек. Вот точный перевод. Девушка пишет: «Ничего особенного, но я делюсь этим, потому что не хочу, чтобы армии волновались. Я фанат другого кумира. Мой младший брат находится в том же взводе, что и Тэхён из BTS в тренировочном центре, поэтому он проходил медосмотр и время приема пищи рядом с Тэхёном. Он сказал, что Тэхён очень хорошо ест и получил первоклассную оценку во время физического теста. Я не знаю, все ли они получили первоклассную оценку. Он не видел Намджуна. Мой брат находится в отряде рядом с Тэхёном, поэтому он переезжает вместе с Тэхёном. Мой брат думает, что Тэхёну было комфортно, потому что он улыбался со своими коллегами. А другим все равно, что Тэхён известный человек.
Мой брат тоже интересовался им в первый день, но теперь видит в нем только коллегу. Пока нет ничего сложного, но он вздохнул, им, вероятно, придется нелегко, начиная со следующей недели. Я кое-что исправляю. Намджун в 9-й роте, а Тэхён в 10-й роте. Нансану, учебному центру, разрешено пользоваться мобильным телефоном по выходным, поэтому я разговаривал с младшим братом по телефону. Их меню немного отличались. Расписание Чангука. Предварительная подготовка по стрельбе, стрельба по мишени, отбор и выбор специальности, перекличка с оружием. На военных базах в основном отмечаются праздничные дни, включая выходные. Если не включен в работу или не возникла чрезвычайная ситуация. Тренировки возобновятся сегодня. Расписание Тэхёна. Обучение стрельбе с нулевой точки. Второй тест по физической подготовке. Подробнее смотрите в следующем видео. Это же получается, что через 3 недели Чангук и Тэхён уже смогут увидеться, да? Или когда у них там выходные первые. Быстрее бы эти 3 недели прошли. Но новогодняя неделя точно быстро пройдет, а потом уже останется совсем ничего. А у мальчиков ТО потеплело. В новогоднюю ночь будут хороводы водить вокруг пальмы, видимо, шучу, но чем бы дитя не тешилось, как говорится. Заметили, у обоих плюс 3, а это что значит? Правильно, погода намекает на то, что хорошая судьба Чангука и Чимина на их стороне, и кто мы такие, чтобы с ней спорить. Верно, погода намекает на то, что удача и судьба Чангука и Тэхёна на их стороне, и кто мы такие, чтобы с этим спорить. Завтрак Тэхёна – рис, тушеная паста из картофеля и красного перца, жареные кальмары, приправленный огурец, листья нори, молодой редис кимчи. Завтрак Чангука – рис, твинджан чигэ, супрагу из соевой пасты, жареный анчоус с миндалем, сосиски на гриле, кимчи. Обед Тэхёна – рис, суп из мидий, консом, ростки фасоли и свиная грудинка, паста из брокколи и красного перца, кимчи. Обед Чангука – рис с черной фасолью, суп из морских ушек, острые тушеные говяжьи ребрышки, осьминог под соусом, чангак кимчи, из редьки – мандарины. Ужин Тэхёна – бибимбап, тыквенная соевая паста, рулет из жареных морских волорослей, яичница глазунья. Кимари – рулет из жареных морских водорослей, 3 вида рисовой лапши, острая, со вкусом анчоусов, кимчи, кимчи с горчицей, молоко, кофейный и монг с молоком. Ужин Чангука – рис, суп из говядины с тофу, кимчи жареное со свининой, яйца на пару, кимчи из редьки дайкон, газированный напиток. Генерал-лейтенант корейской армии в отставке упомянул Чангука в своем видео. Я решил с этого момента стать фанатом Чангука из BTS. Думаю, мне придется усердно работать, чтобы с энтузиазмом поддерживать его даже после его увольнения. Кажется, у всех бойцов 5-й дивизии был отличный праздник на Рождество. Мероприятие
организованная 5-й армейской пехотной дивизией, 5-я дивизия, командир дивизии Юнги Чжун и Ассоциации развития культуры чтения, председатель Ким Ильхо, открылась в пятницу. 22 декабря 2023 года в Спорекс, 5-й подразделение округа Инчхан, губернатор Ким Док Хён и VIP-персоны. Губернатор Ким Док Хён в своем приветствии подчеркнул, что присутствовавшие солдаты должны зажечь вашу внутреннюю страсть и воспитывать мудрость посредством чтения. Округ Айончонган спонсировал 250 книг, необходимых для чтения более чем 5000 стажерам в год. Профессор Ким Юл Хоу провел мероприятие, подарив множество подарков и повеселившись. В тот день певцы Один Чу и Ли Джи Хё спели песню. А танцевальная команда Чхунчхона Нюнью подняла боевой дух солдат своим страстным танцем. По 10 представительных игроков от каждого дивизиона вышли сыграть в игру «Стояние бутылки с водой». Ассоциация выплатила 1 миллион вон отряду победителю игры, 700 тысяч вон каждому за 2 лучших отряда, 500 тысяч вон каждому за 3 отличных отряда и по 500 тысячам вон каждому отряду, включая подразделения разведки и наблюдения. Подарочный сертификат на сумму 1,5 миллиона вон был вручен солдату-победителю в результате удачного розыгрыша. Где-то там на фото и видео, и наши парни должны быть. Кто-то попытался найти Чангука среди народа. Для Чангука из BTS не существует такого понятия, как перерыв из-за военной службы. Его шествие рекордов продолжается даже после призыва в армию. Статья в южнокорейской газете Defense Daily о клипе Чангука 3D превысила 100 миллионов просмотров. Декабрь без песен Тэхёна не декабрь. Тэхён в мировых трендах Твиттера в связи с выходом песни. Причины, по которым вам необходимо оказать полную поддержку предстоящему коллабу Тэхёна, это первый коллаб Тэхён в качестве сольного исполнителя. Он выйдет в день рождения Тэхёна. Это подарок от Тэхёна для нас. Это первая песня, которую он выпускает после присоединения к армии. Все в один день было снято. Кто-то снял и украл баннер в честь дня рождения Тэхёна, который был установлен перед зданием «Хайп» фан-базами Тэхёна. То поздравительную статью в газету отменили, то это. Получив сообщение о том, что реклама на остановке такси перед «Хайп» пропала, мы срочно проверили и обнаружили, что внешняя реклама была украдена, а следы винта были намеренно откручены. В настоящее время он перерабатывается и будет переустановлен завтра утром. Если что-то подобное произойдет снова в будущем, мы потребуем немедленного расследования. День рождения нашего любимого артиста не за горами. Просим, чтобы неприятных вопросов больше не возникало. Чангук является самой популярной сольной звездой кей-поп в Японии, так как он является самым популярным кей-поп-кумиром в этом году, который ищут, просматривают и пишут в Твиттере на YouTube Japan, Google Japan и Yahoo Japan Twitter, а также возглавляет многочисленные музыкальные чарты. Сяоджун из группы Wave, главный вокалист китайского саб-юнита NCT, сказал, что ему очень нравится хореография Чангука «Standing Next to You», и он был одержим ею почти месяц. И я его прекрасно понимаю.
и песня, и хореография к ней потрясающие. Чен Гук победил в китайской премии года China Year End Awards 2023 в нескольких номинациях. Самый продаваемый сольный альбом «К-поп», самый продаваемый мужской «К-поп-сингл», самый продаваемый «Вестерн-сингл». China Year End Awards пишут в Твиттере, что победа Чен Гука с «Голден» была очень близка к тому, чтобы остаться на втором месте. Но в последние дни его фанаты продали более 10 тысяч копий, обеспечив себе первое место с более чем 90 тысяч цифровых копий. Критик Ким Йен Дэ и диктор Кан Джи Йон рассказали: «Чен Гук больше выделялся, когда занимался сольной деятельностью. Мы думали о Джей Би, Джей Ти, МДжей, о Шерри, как о сольных поп-звездах. Теперь там Чен Гук, кореец. Это заставляет меня чувствовать, что мы живем в новую эпоху». «Standing Next to You» Чен Гука дебютирует на 39-м месте в чарте Billboard Pop Airplay на этой неделе. Это его шестая запись в чарте за карьеру. У «Love Me Again» Тэхёна 300 миллионов прослушиваний на Spotify. Второе место – это «Так интимно». Творец и его искусство. Губы в губы. Рука Чен Гука на правильном месте. Они такие милые. Первое место. Надеюсь, вы не забыли об этом ночном призраке по имени Тэхён, который ночью выбегал из домика Чен Гука и случайно попал в кадр. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.